А в библиотеке для детей и юношества имени Баялинова открылся новый центр инклюзивного образования под названием «Комкор», что значит «заботливый». «Комкор» будет первым в своем роде центром в Кыргызстане, к которому будет доступ всегда, а также в нем будет функционировать специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. На ремонт и адаптацию центра, на приобретение оборудования и книг для особенных людей посольство США в Кыргызстане выделило свыше 37 тысяч долларов. В новом центре будут проводиться различные программы для всех посетителей, в том числе уроки английского языка и обучение профессиональным навыкам. Все это для того, чтобы эти знания могли принести доход в будущем для посетителей центра. Поддерживая центр «Комкор», посольство США присоединяется к усилиям правительства Кыргызстана по созданию более инклюзивного общества. Центр «Комкор» расположен в Республиканской библиотеке для детей и юношества имени Баялинова по адресу улица Окунбаева, 242. Он будет работать без выходных с 9 утра до 17:00. Здесь, конечно, немножечко тесно, но зато я думаю, что здесь будут разные категории детей, взрослых находиться. Здесь мы уже убрали пока столы. В той комнате у нас будут проходить курсы компьютерной грамотности, курсы английского языка. Здесь есть комната для творчества, здесь есть комната, как мы ее называем, Cooking Club. Мы детей будем обучать делать пиццу и разные там пирожки, пироги и все прочее. В общем, мы только-только начинаем. Мы только закупили небольшое количество техники. Но я думаю, что это будет место встречи друзей. И посольство США гордится тем, что поддерживает усилия таких лидеров и инноваторов, как библиотека имени Баялинова. И мы с радостью будем и дальше поддерживать креативные проекты, которые продвигают инклюзивное образование и права людей с ограниченными возможностями. Наши поздравления новому центру «Комкор» и поздравления всех с Международным днем людей с ограниченными возможностями.